Вот эти вот все камни, он же оширит. Вот в той витрине, где готовые изделия, он есть в ювелирном украшении. Драгоценные камни и минералы, такие как осирит, диаптаз, агат, пирит, теперь можно увидеть своими глазами в историко-культурном центре первого президента. В музее открылась выставка «Сокровища недр Казахстана». Всем известно, что недра Казахстана славятся природными богатствами, и наша Карагандинская область является, ну, можно сказать, эпицентром, сосредоточием этих природных богатств. Мы хотели показать нашим посетителям воочию образцы минералов, которые добываются на территории Казахстана, как они выглядят в природе, что это такое, чтобы у наших посетителей было представление об этом. На выставке представлено порядка 50 камней, а также около 30 фотографий геолого-разведочных работ, рассказывающих о минералогии Казахстана и Карагандинской области. Камни и фотографии были предоставлены областным геологическим музеем. Многие геологи увлекаются фотографией, потому что камни таят себе удивительную природную красоту, и геологи фотографируют их. Многие из этих картин снимали геологи, и проходят даже конкурсы, фотовыставки людей, которые увлекаются геологией, людей, которые профессионально занимаются геологией. Подобная геологическая выставка проводится в Темиртау впервые. Отметим, что посетить галерею можно до 29 октября. Вход бесплатный. Юлия Исланова, Сергей Баданин, новости Темиртау.